Так что с 1 июля стоимость воды вырастет на 16%, а водоотведение на 19,6%. Правда, уточняется, что конечная цена будет зависеть от местных поставщиков воды и износа коммуникаций. Увеличится и цена на газ. В этом году максимальный процент роста стоимости тарифа установлен на уровне 7,5%. Что касается тепла, Федеральная служба по тарифам определила верхнюю планку в 22%. Но, как обещают, рост возможен на 11-12%.